прибежал прямо, прибежал. А что ты сюда? Смотри, он сюда пришел, опять разогнал всех. Ах ты, диду. Не-не-не, таким быть нельзя. Ты глянь, что творят. Он явно. Он лидирует. Он лидирует. Нашего любимца и красавца. Да, отщепенца. Да. Ты глянь. Давай скинь себе. Ну, скинь ко мне. Так, остальное, что тут осталось у нас. Так, сладкие. Всегда сладкие. Так, вот тебе не смотри. На крышеке, да? Ой, о, ой, полетела аж. Так, вот тебе, да. Ой, красавчик. Застряла опять? Да. Я иду вас выручать. О, тут вон лежит. Лежит, проходит. Я иду вас выручать. Еще лежит. Иду к тебе, иду. Личное шефство взяли, да? Все, достал? Еще там есть. Еще там. Они застреют, надо туда яблочком каким-то. Сейчас я яблочко пущу, да? О, я могу сделать длиннее палку свою. А я сейчас яблоко пускал, но она большие висели. Все, опять все висят под крышами. Все под крышами висят. Где яблочко, давай. Еще какие-то, она мне сейчас протолкнет. А, протолкнула, а там не все еще. Да, вытяни, Тань, подожди. Вытяни. Ага, не тянется. О, вот. Я давай сейчас протолкну. Да. А, ну все, уже дальше и не протолкну. Все равно не вылазит. Ну, сейчас я еще яблоко. Ты наш сладкий. Ну ты извини, не достаем так, чтобы вот вытолкнуть тебе. Смотри, смотри, хруст. Крошит, крошит. Они же да, до семечек да, добираются. Пусть лежит. Ага. Малышня подберет яблочки, да? А ты чего там пищишь, маленький? Что тут пищит? Ну, лягушки расплакали. Угу. На дождь. На дождь, да? Кушай, кушай. А то что-то диду он оборзевший прям. Достала ты, да, шеечку? Ну, такой сидит прям, наяривает. Да что ж ты будешь делать? Тут требует он прям решетку, что? Сетку трясет. А он прям требует. А, не доехала. Не доехала, он там шейки застряли и все. Я не знаю даже, чем их протолкнуть. А ничем ты их не протолкнул. А он прям и хочет так, ты посмотри. Он прям так за ними прям аж тянется. Ну да, обидно, досадно. Смотри. Я не знаю, что тебе. Малышонок. Все равно все через. Ну попробуй, но она длиннее, чем труба, длиннее, чем палка моя. Ой, дитё убежало. Дитё что-то такое там кушает. Даже дитё, мне кажется, кушает шейку. Да? Какие молодцы. Достал, о, достал одну. Достал? Одну достал, да. О. Нет, что-то он другое ест. Что-то не то он ест. Не шейку.
И это тоже там выковыривает. Такое мясо, ему. Мясо хотят. Что у вас там? Вот такие разговоры, да? А, вкусняхи, да? Да. Вкусняхи. Угу. Достались вам, да? А это что у вас взяли? О, черный, я ведь показывал. Кому мясо, кому десерт. Или что им дали? Это рахат лукум. Что кто им дал? Это мы им дали. А до этого мяско мы им кидали, и они вот с удовольствием его кушают. А им можно? Можно. Уверена? Да. Хорошо. Какой малыш. А вон смотри, малыш у мамы на спинке. Видишь? Вот, вот, вот здесь вот. Вот. А, да. Идет такой мощный самец. Ага, такой прям перешагивал бревно. Уже, такой, ага. Прям... Повадки уже такие детские. Чувствует в себе силушку молодецкую. В руке шейку держит. Поджевывает. Такое, чтобы все боялись. Ну, харизма. Показать надо. У меня в руке шея утиная, куриная. Как думаете, откуда? Была тут курица одна, да? Ну да. Вот молодец, второе питание. Серьезно? Вот, что у нас? Что случилось? Кто там орёт? Истеричка какая-то пришла орать. Вон снизу, видишь? Ну да, чего орать? А, так это берем, читаю, правильно. Пузатик, да, пришла. Нет, это не она, Настя. Такая... А, не она? Пузатик там сидит. А это кто? А что, они такие толстые, как беременные? Она что-то толстая какая-то. А, так это Люськина мать. Ага. Здрасте. Здрасте. Это Люськина мать. Чего орала? Мать, ты чего орёшь-то? Или вот та Люськина мать? Не, вот это вот. Вот это Люськина мать? Точно? Да, да. Нет, вот там... Курносая такая. Вот там, мне кажется, ну, это... Нет, да? А, нет. Да. Ва-ва-ва-ва. О, достал он шейку. Где ты достал шейку? Не знаю. Там а, еще... а судя по бровям, испачканным в рахат лукуме, он голову засунул целиком в трубу, да? Ты глянь, как они вот за мясом прям. Тут еще лебеди. Это лебеди. Лебеди. Мелочь пузатая. Ух. Кабачок, конечно, знатный. Оф-оф-оф-оф-оф-оф-оф. Оф-оф-оф. Что ты нашел такое? Вы слышали? Черные лебеди. Вы вообще вестники плохого. Какой ужас. Ты кошмар. Кыш-кыш, кыш-кыш. Ужас, а мы не знали. Вот так вот. Сколько в жизни пропустили? Слава Богу, что пропустили. Как страшно жить. С такими, да, забубонами? Мух такой летает, жук. Это какой-то это шмель черный. Шмель. Помнишь, их много раньше было на испанском дроге? Вот это вот, да. Этот желтенький такой. Черный. Господи, остановись. Он не может. Джмель. Ж-ж-ж. Все, улетел. А я недавно видела, как земляная пчела, ага, гоняла шмеля. Они же огромные, эти земляные, нет. Да? Нет, маленькие. Она маленькая, меньше, чем обычная. Мне кажется, не... Ну, такая злая. Да. Меньше шмеля в три раза, понимаешь? Гоняла, да? И гоняла бедненького шмелика. Он приехал, прилетел на цветочки. Она его с одного куста на другой, прям конкретно одна пчела. Она прям конкретно охотилась на него. Вот чем меньше собачка, тем громче лает, да? Маленькая, злая. Как стоит такой. Я вот только хотела ж... Карапузинка. Только на них камеру переведешь, и все. Это волшебство, да.
красивым. Ты всегда, когда снимаешь, ничего не это не волшебство. Ой, это... сидит вот тот вот товарищ, залез на ветку, гнездо. И ломает деревья. Молоденький, помоложе, чем остальные. Это ж истеричка мелкая. Истеричка? Да. Ну, он мелкий, истеричный самец. Тут две мелкие. Смотри, две кумушки таких. Сидят, ага. Оп-оп, не поймала ты его за хвост? Не поймала. Это нормально. Чего ты? Все нормально. Пропуск показала. Мать, ты че? Он же, его, он там, он же не трогает детей, смотри. Козявка там подкралась, смотри. Только она с одной стороны, это козявка в другую сторону. Она там хочет что-то там у вожака там крошечки пособирать. Так, так, кусочек яблочка тянет. Главное, хвост не перепутать, нормально будет. Вылазь оттуда, он следит за вами нормально, присматривает. Это не диду. Диду бы уже за хвост шаркнул. Да, вот смотри, явно, смотри. Видишь, вот. Он... Оп, смотри, даже вот подходит к нему. Беги, бери, да. Кушай, давай. Бери, бери. А мать уже на готове вот это с документами. Спину подставляет. Твоя, дочь твоя. Вот у меня свидетельство о рождении. Ну и смотри, как он хорошо вот с детьми. Давай, давай, и ты залазь. А вот тут вот. А деду не любят детей, но у него возраст. Не знаю, вот от него все беды, наверное, в этом семействе. Ну он подстрекатель такой, знаешь. Не зря он это все проверял там всех под хвостами малышей, кто мальчик, не мальчик, он вот это вот. Мальчиков, наверное, вообще терпеть не может. Девочек все так-сяк терпит. И то. Да. Все за хвост порывается и дернуть. И то. Да залазь, залазь, мелочь ты, пузатая. Смотри, смотри, хорошо, как они сидят. Вот тут вот, вон. Угу. Да прекрасно, вот он ему и есть разрешает. Чего? Все хорошо. Все нормально у вас. Смотри, как он припудрился красиво. Выплюнул шкурку. А то свиня не попорпает, не з'їсть, да? А что ж потом воробьям надо подъедать? Видишь, он уже подскакивает туда. При этом вожаке всем хорошо. И детям, и самкам, и воробьям, и всем. Голосуем за тебя. Давай, ты держись, держись, да. Ты же с ума сошел. Она в шоке, ты посмотри. Ничего, а она тут при чём? Ты что, белку поймал? Мы же за тебя, ты шо? Вот это ты, конечно, даешь. Ополоумил. Ну, хиба так можно? Напугал тут всех, алё. О, цирк, конечно, на дроте. Это просто мы посмели усомниться, что его могут сместить, понимаешь? Да. Вот это в его силе мы усомнились. Так как оно ж так и получается. Ты посмотри, кто остался возле тебя. Все ушли. Давай, давай, мелочь. Вылазь, вылазь. Вылазь. К мамке. И видишь, он кинулся, но не на мелкого. Нет, на нее. На нее. Криво посмотрел. А ты что на диду смотришь? Да, да, да. Вот это вот. Взгляд выкинул. Да? Ты глянь, какая меркантильная женщина. И там и почувствовала, что я власть теряю и решила переметнуться. Вот уж. Негодяйка. Ну, Донна Роза, она такая вот. Ну, неоднозначная. Она заботится о детях. Да. Мы её оправдаем этим. Да, да. Оправдано. Донна Роза. Диду пошел куда-то. Хотите, хоть с дидом, хоть не с дидом. Смотри, да. Она к диду. Ты вот рискуешь. Ты рискуешь. Ушла к деду. Ну, пока нет. Дед он сел в сторонке, вон пузатая. Или то не пузатая, да. Они там пошли на место деда, наверное, подбирать. Наверное. Дитё одно вон сидит тут. Второе пришло яблочко подъедать. Воробушек залетел. О, маешь тебе. Что за крики?
Драки нет, я ж пока дойду, давай. Чего? Чего? Боже, с ума сошел. Диду, ты что? Ты точная истеричка? Вот точно. Вот дети твои орут, следи за ними. Да, следи. Да, да, да. Детьми, ты гляни, все ушли вот это. Да. И он всех он вот погнал. Это же Донну Розу он погнал. Смотри, что ты? Ты глянь. Псих-одиночка. А ну не трогай нам. Вожака не трогай нам. Смотри. Ты что на нашего вожака тут вот эту вот бочку катишь? Смотри. Пошел его гонять. Дай, 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 я подойду. Стой, сейчас они сюда побегут. Ты глянь вообще. Ах ты, диду. Ты глянь, как вожак убегает. Вожак, вожак, мы с тобой. Давай. Вожак, вожак, давай, давай, давай. Он уже деда гнал. Смотри, все. Ну вот мы в тебя верим, мы в тебя верим. Давай. Вожак. Ты глянь, диду, диду. Вожак, диду подкрадывается. Диду, обход. Не поворачивайся к нему задом. Смотри, смотри, он его гоняет. Ах ты ж, диду ты, диду. Седина в бороду, бес в ребро. Смотри, чокнулся совсем уже на старости. Не туда бежишь, не туда. Или ты его заманиваешь. Заманивай его, давай, в кусты. Устал, да, устал, смотри, уже устал. Выдохся. Где-то, ага. Куда бежал? Как это? Лукоморье, дом, да, зеленый, золотая цепь на дудетом. Вот это помню, а куда шел, не помню. Да? Смотри, все вернулись. Все, ямку покопаю. Да? Прогнал вожака, все вернулись, смотри. Ах ты, вожак, вожак, ты теряешь власть на глазах прямо. Нормальный же такой ты. Они вот не рой вот. Яму ему, дед. Не рой другому яму. Да, ходит, копает ямки от психов. Успокаивается, наверное. Ну, не догнал, хоть согрелся. Ну, жарко. Ну, вспотел. Схуднул. Вспотел, кардио, схуднул. Кардио, да. О, а ты что на эту, на Донну Розу? Або нефиг заглядываться. А она виновата, она стопудово, к этому деду потащила. Стопудово, все, все беды от Донны Розы. Заводила, правильно? Ты глянь. Что ты, ба, что робиться, Мирон? Все, все, у него это... Медитация, медитация, надо успокоиться. Ты, если что, клад найдешь, звони. И этот сел такой, вроде там, подузбогоился. Гадает по руке, сидел, перебирал себе на ладошке что-то. Долго я еще буду вожаком или нет? Линия, да? Линия жизни у меня тут, линия детей, линия власти. Ты все пропустишь так. Хватит. Гадаешь там. Донна Роза. Скажи, серия сериала окончена, все. Гасите свет.